Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходит во второй раз. В прошлом году в ней приняли участие 30 димитровградцев. В этом году планируется, что в экзамене по русскому языку примут участие порядка 50 человек. В Димитровграде она будет проходить на базе городской гимназии. Приглашаются представители средств массовой информации, конечно же, родители выпускников 11 классов. Ну и любые желающие, которые хотят проверить на себе процедуру сдачи ЕГЭ. Условия сдачи экзамена приравнены к настоящему ЕГЭ. Оформлять заявку предварительно не нужно. Достаточно прийти в пункт сдачи ЕГЭ к 11 часам. Сам экзамен начнется в полдень. При себе необходимо иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность, черную гелевую ручку. Ну и желательно оставить средства связи дома, потому что на пункт с ними не пропускают. Экзамен будет проходить в течение часа. Все задания будут напечатаны в присутствии участников. Узнать результаты можно будет через 10 дней на сайте ulidu.ru. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.